В Красноармейском районе Волгограда открылось новое отделение стоматологической поликлиники номер 12. В полностью отреставрированной клинике, по последнему слову техники, обустроено хирургическое отделение, терапия, ортодонтия. Оказывают квалифицированную помощь стоматологии не только взрослым, но и детям. Яркие красочные орнаменты в кабинетах с игровой зоной и мультфильмами на экране скрашивают поход малыша к врачу. На открытии нового отделения побывала и наша съемочная группа. Берем щеточку, наносим на нее пасту, да, и выметающими движениями начинаем чистить зубки от десны к краю зуба. Далеко не в каждой частной и дорогой клинике можно увидеть стоматолога-гигиениста. Для государственного учреждения – узкопрофильный профессионал, который специализируется только на предупреждении заболеваний полости рта, и того большая редкость. В новом отделении 12-й стоматологической поликлиники собрали самых квалифицированных врачей разных специализаций. Ортодонт, хирург, терапевт. Помощь волгоградцам здесь оказывают 22 специалиста. Мы сюда ходили еще до ремонта, вот, и, конечно, сейчас стоматология преобразилась просто до неузнаваемости, но в двух словах это стильно и очень профессионально. И как маме двоих детей, мне очень приятно, что здесь есть уголок для вот деток, для маленьких пациентов, которые с удовольствием играются, пока ждут приема своего. Детское отделение поликлиники заслуживает особого внимания. Для малышей здесь сделали все, чтобы поход к врачу был без страха и слез. Игрушки, книги, мультфильмы. На первый взгляд и не скажешь, что это медицинское учреждение. Трудно поверить, что еще пару лет назад стоматологическое отделение при 15-й больнице скорой медицинской помощи находилось, мягко говоря, в удручающем состоянии. Мы полностью обновили, сделали ремонт, полностью реконструкцию провели кабинетов, обновили полностью отделение оборудования, купили рентгеновский аппарат с функцией, с модулем компьютерного томографа. Современный рентген – это особая гордость клиники. До реставрации лаборанты работали с устаревшим и морально, и физически оборудованием. Новый аппарат во многом облегчает диагностику заболеваний, лечение отклонений и дефектов. Это аппарат называется панорамный. Здесь мы получаем как двухмерное изображение, панорамное изображение, так и трехмерное изображение. То есть мы можем посмотреть не только снаружи, но и внутри. Создать новую современную клинику стало возможным благодаря программе по реструктуризации медицинских учреждений региона. Небольшое стоматологическое отделение 15-й больницы передали в управление 12-й стоматологической поликлиники, сделав ее филиалом профильного учреждения. Те стоматологические службы, которые находятся в составе больших многопрофильных учреждений, отдаются в управление стоматологическим поликлиникам специализированным, их быстро, качественно приводит в соответствие, в порядок. Приятно находиться в стоматологии, где доктора вежливые и приветливые, в кабинетах светло и уютно. И знать, что это государственная клиника, где тебе окажут профессиональную качественную помощь даже по полису ОМС. Анна Муслимова, Виктор Хиврин, телеканал «Волгоград-1».